Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой. Ранее такая схема налогообложения была введена в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. О нововведениях, которые вступят в силу уже с 1 января, самозанятым гражданам рассказали в ходе круглого стола, который прошел при участии специалистов профильного департамента и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Налог на профессиональный доход для самозанятых рассчитан от тех, кто занимается пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают квартиры в аренду. В общем, те граждане, которые работают на себя, а также чей доход не превышает 2 400 000 рублей в год. На сегодня, вот, например, многие сдают квартиры, получают доходы, кто-то сдает отчетность и платит налоги, кто-то нет. В данном случае, если, например, гражданин сдает квартиру, получает доходы, он заплатил свои 4%, он полноценный гражданин, никогда никто к нему не придет и не скажет: «Плати, потому что у тебя по счету там такие-то вот», или кто-то написал, что вы не платите налоги. Поэтому это нормальный правовой статус, это комфортное состояние этого человека, получающего дополнительные доходы. Ставка налогообложения достигает 4% с дохода за оказание услуг или продажу товаров физлицам и 6% за работу с юридическими лицами. При этом самозанятые граждане освобождаются от уплаты 13% подоходного налога. Все обычные граждане, да, они платят. Все мы платим, как правило, 13% налога на доход физических лиц от всех полученных доходов. Да. Данный же режим предполагает две пониженные ставки, это 4 и 6%, соответственно, 4 для при оказании услуги передачи товаров физическим лицам и 6% вот, для при оказании услуг выполнения работы передачи товаров организациям. Второе, при регистрации в качестве плательщика данного специального налогового режима гражданин не становится предпринимателем, организация упрощена. Согласно закону, принятому Госдумой России, самозанятым гражданам предлагается зарегистрироваться в онлайн-приложении «Мой налог», через которое они автоматически и будут уплачивать налог на профессиональный доход. Не нужно предоставлять какой-либо отчетности, то есть налоговый орган сам известит через, опять же, мобильное приложение о сумме налога к уплате. Ее нужно будет уплатить. Как я уже сказал, никакой отчетности при этом предоставлять не нужно. При этом мобильное приложение, оно само агрегирует кассовый чек, который нужно будет выставить покупателю, либо получателю работы услуг. Его нужно выставить будет как бумажным, так и в электронном виде. Напомню, Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января следующего года получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».